Социальных сирот в регионе становится меньше. Такие данные были озвучены на заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ненецкого округа. В 2013 году без попечения родителей в результате лишения или ограничения в родительских правах остались 35 детей. В 2014 году 30, а с начала 2015 года выявлено 19 таких случаев. В государственных учреждениях воспитываются и обучаются 126 детей. 217 находятся на воспитании в семьях опекунов и приемных родителей. Также в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения ведется учет семей, находящихся в социально опасном положении. Таких в регионе 56. В 34 семьях злоупотребляют алкоголем, а 52% – малообеспеченные. Улучшить ситуацию, по мнению участников заседания, поможет сокращение времени торговли алкоголем. В собрании депутатов направлено обращение с просьбой установить время продажи горячительных напитков с 11 до 17 часов. Помимо этого, главы муниципалитетов совместно с Центром занятости рекомендовали провести работу по трудоустройству безработных родителей. Также на совещании обсуждались профилактические меры социального сиротства, в том числе по раннему выявлению неблагополучных семей через детские образовательные учреждения.